Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Разумеется, не надо терять такой возможности, как поделиться этим видео в своих социальных сетях. Кстати, в социальных сетях можно найти и меня, задавать все актуальные вопросы по гармонике, по исполнительству на них, да все что угодно. А если у вас есть очень срочный вопрос, то звоните мне по телефону, который видите на экране, или пишите на электронную почту. С вами был Павел Уханов. До новых встреч!